Ух, зря ты сюда пришел, фейковый компот, зря! Ты же улетишь отсюда, как обычно! Посмотри, какой у меня меч! У меня очень сильный меч, целых на 8 урона! Слышишь ты, на этот раз победа будет за мной! Я на тебя сейчас нападу и захвачу твою деревню! И все будут думать, что я настоящий компот, ты меня понял? Ну все, готовься получать от меня! Остановитесь, остановитесь! Идет, оно идет, цунами приближается! Чего? Я не понял, житель, какое цунами? Да, какое? Цунами из воды, вы меня не слышите! Стоп, компот, а почему тебя два? Житель, да ты с ума что ли сошел? Это фейковый компот! Не-не-не, я настоящий компот, я никакой не фейковый, это вот этот фейковый. Да мне пофиг, я говорю, цунами приближается, начинается, прямо сейчас огромная волна, все тут захлестнет. Ё-моё, как так? Чёрт, что делать? Быстрее спасайся, кто может. Чё это за фигня была, я только что не понял, что произошло? А, чёрт, нафиг, я пришел в твою деревню, цунами меня грохнет, цунами. Чёрт, да вообще не за тебя сейчас фейковый компот, я с тобой еще разберусь сразу же после цунами. Ребята, всем привет, меня зовут Компот, и побежали строить на склад, нам нужно строить бункер против цунами. Что-то вообще как-то неожиданно. Слишком много экшена. И фейковый компот пришел. И цунами надвигается. Ты че сюда пришел? Так, уйди отсюда, я тебе сказал. Я сейчас буду свой бункер тут строить против цунами. Какой свой бункер? Давай пошел вон отсюда. Ё-моё, ты че с ума что ли сошел? Тебе сейчас хана будет. Это тебе сейчас хана будет. Не отвлекай меня, потом с тобой разберусь. Черт, где блоки? Ух, кое-как нашел блоки. Нужно поторапливаться, потому что цунами уже, я так понимаю, подходит. Я буду строить бункер ровно вот здесь, в своем самом любимом месте. Поэтому давайте прямо сейчас копаем. Тут я яму, ты офигел? В сторону, я сказал, в сторону уйди. Ты что, попутал, что ли, фейковый компот? Я тут буду, понял, я буду здесь строить бункер. Нет, ты не будешь здесь строить бункер, здесь я буду строить бункер. Да ничего подобного, это моя территория, это теперь моя деревня. Я с тобой еще обязательно разберусь. Так, мне нужно срочно копать яму, как правильно копать? Тьфу ты, ё-моё, нет времени у нас с тобой спорить. Ладно, ребята, пофиг, давайте будем мне, уступим ему и будем копаться вот здесь вот. Фейковый компот, как он не вовремя ко мне пришел, ребята. Мне теперь с ним нужно вместе строить бункер. Ладно, надеюсь, что он меня отвлекать не будет. Я сейчас построю свой нормальный бункер, а его, надеюсь, несет цунами, потому что он нифига не умеет. Он просто обычный фейк. Короче, все. Вот на такой глубине, я думаю, что этого будет достаточно. И давайте тут будем копать территорию. Так, я думаю, что вот такой территории мне будет вполне достаточно. Все-таки это обычное цунами. Давайте, главное, с вами не переживать. Переживать-то незачем, ребята. Я столько цунами на своем канале пережил. И из лавы цунами я переживал. И обычное цунами из воды я переживал. И цунами из компота. Какое только цунами не было в моей деревне. Так что пофиг, я-то все точно переживу, а вот вопрос, что будет с фейковым компотом, конечно, большущий. Мне кажется, его просто нафиг смоет. Так, ладно, хорошо, давайте торопиться, потому что цунами уже на подходе. Тихо. Вы это, черт возьми, слышали? Цунами приближается, нужно достраивать свой бункер. А еще блоки для потолка не взял. Я блоки для пола не взял, потому что этот фейковый компот вечно пинался и мне мешал. Ну, он, конечно, меня бесит. Ладно, давайте торопиться. Я уверен, что мы все переживем. Стены я закончил, осталось потолок и пол. Поставить двери, все обустроить. И, в принципе, я готов. Побежали быстрее на склад, мне нужно взять пол и потолок. Я надеюсь, что фейковый компот мне не помешает. Где он вообще? А, подождите, он там строит бункер. Офигеть! Он что, хочешь, чтобы его нафиг залило, что ли? Слышь, ты, что ты пришел? Давай катись отсюда, цунами начинается, я потом с тобой разберусь. Давай, разбиральчик, удачи тебе. Ребята, кажется, кое-кто не переживет цунами. Ну ладно, мне даже лучше, а потом с ним разбираться не придется. Короче, сейчас я быстренько сделаю пол, потолок, начну наполнять все и вернусь к вам. Глупый компот, побежал там куда-то. Все, я должен быстрее все заканчивать, потому что скоро придет это как там вот цунами. Короче, нужно поторапливаться. Я уверен, мой бункер получится намного лучше, чем у компота. Черт, а чего пол шерсти начал делать? Ладно, пофиг, тогда с этой стороны из досок начну делать. Не знаю, как-нибудь так. Главное сделать вот, чтобы лучше было, чем у компота. Я ж хочу быть круче, чем он. И у меня получится. Я сейчас замучу этот бункер в свете своих фирменных цветов. В этом синем и в голубом. И все у меня будет вообще лучше, чем у компота. Блин, да чё я доски-то беру? Я из шерсти же хотел изначально строить. Потому что самый лучший бункер, это бункер из шерсти. Я смотрел много видео про то, как компот строит различные бункеры, чтобы пережить тот или иной катаклизм. Но я уверен, что у меня получится намного лучше. Я свою тактику придумал. Шерсть, она как раз впитает всю воду, а компот там промокнет в своем бункере. У меня будет намного все круче. Хе, какой же классный и красивый бункер у меня получился. Прям цвет моего фирменного скина. Только вот, блин,
что-то тут немного неровное, синенькое на голубенькое заехало. Да и тут я немного блоки перепутал. Да пофиг на самом деле, какая разница? Зачищать будет, будет, и так сойдет. Так, теперь нужно поставить двери. Вот эту поставлю и вот эту поставлю. Они очень красивые, намного лучше, чем у компота, я уверен. Да, конечно, с бункером есть некие проблемы. Но ничего страшного, нужно же срочно бежать за наполнением этого бункера. Освещение у меня будет здесь, а все остальное прямо сейчас буду выставлять. Начнем с первой двери. Первая дверь у меня будет алмазная. Ребята, она очень мощная и будет защищать меня от основного потока цунами. Только она немного лаганая. Да пофиг. Главное, чтобы защищала. А сюда я поставлю только лучше, наверное, вот сюда вот уже такую дверь компота. Да-да-да, вы не ослышались. Самую настоящую дверь компота. Я могу вот так вот быстренько и оперативно проходить. Дальше, кровати. Кровати у нас будут вот здесь. Вот, это необходимо. И давайте их немножечко поменяем. Нет, только не такие. И не такие. И не такие. И не такие. Короче, оставлю вот такие. Они довольно-таки красивенькие. Дальше. Красный цвет вот так вот и вот так вот. И теперь сюда мы ставим голубой цвет вот так вот и вот так вот. Так, что-то не ставится, ё-моё. Цунами приближается. Уже начинает подлагивать нормально так. Нужно поторапливаться. Сюда я поставлю стол. Вы не ослышались. Самый настоящий стол и стул для того, чтобы сидеть за компьютером и вообще проверять, как там обстановка снаружи. Системный блок вот сюда и стульчик вот сюда. Во, смотрите, как красиво получается. Блин, так уютненько. Я уверен, у фейкового компота намного хуже, потому что он всего лишь жалкая пародия. А сюда поставлю гигантский шкаф для одежды. Но насчет системы хранения, это еще не все. Я также взял с собой на всякий случай сундук. Другой не нашел. Там не было обычного, поэтому пришлось брать новогодний. Надеюсь, никого не оставил без подарка. Теперь обязательно плиту с конфорочками. Вот так вот поставлю сюда. И верстачок. Слушайте, ну все, в принципе, готово. Благо, я успел, и я могу просто ждать. Ждать, когда начнется этот цунами. Хотя давайте выйдем наружу и проверим. Вдруг это цунами уже началось. Слушайте, ну пока что вроде тишина. Да куда же поставить-то кровати? Я даже не знаю, сюда или лучше вот сюда. Ладно, пофиг, буду спать лучше на светлой стороне. Вот здесь вот, поставлю сюда кровать, она будет большая. А на темную сторону я поставлю лампу, чтобы светло было. А то тут реально очень темно, синий цвет какой-то темный. Зачем я такой скин нарисовал? Надо было полностью компота украсть. Тогда бы точно никто не понял, что я фейковый компот. А вот сюда еще и диван поставлю. А чё? Удобно. Так, кстати говоря, сундуки. У меня же еще есть сундуки. Поставлю сюда и вот сюда. Ой, как идеально, у меня бункер это получается. Мне очень-очень нравится. Жалко, я, конечно, компьютер не нашел. Я видел, он там был, но он куда-то пропал. Ладно, хочу сделать инсталляцию, как у компота. Это печка, печка и верстак. Она мне очень нравится. Теперь она будет моя. Да, это будет теперь моя личная, персональная. Хорошо, сюда поставлю стол и вот такую вот печатную машинку. Буду с кем-нибудь переписываться, узнавать, как там вообще снаружи дела. И стульчик. Ну все, готово. Я вроде все обустроил. Вау, это что? Это уже... Цунами приближается. Я не понял. Нужно уже быть начеку, потому что вот-вот хлынет вода. Тихо. Я слышал только что какой-то звук. Уже... Опять ты? Ты еще здесь? Конечно, я здесь. Я построил бункер, который намного лучше, чем у тебя. Ох, фейковый компот. Я посмотрю на тебя, когда твой бункер просто смоет вместе с тобой. Да это тебя смоет с твоим вонючим бункером. Мой бункер намного лучше, чем твой. Да-да-да, конечно, фейковый компот. Подожди. О, что происходит? Я не понял. Что здесь творится? Смотри, цунами идет. А, черт! Цунами, цунами! Валим все, прячемся по бункерам срочно! Давай, давай, вали там свой бункер! Посмотрим, как тебя смоет. Так, мне по-хорошему тоже валить, потому что цунами приближается. Жители, жители, прячьтесь по бункерам, срочно, срочно! И я тоже побежал в свой бункер. Так, 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 бегом, бегом, бегом. Открываем двери и проникаем внутрь быстрее. Фу, все, я внутри, и мне, по сути, ничего не угрожает. О, вы слышите эти звуки? Это просто жесть. Ладно, 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 все хорошо, просто не обращаем внимания. Нет, ё-моё, 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 мне очень страшно. Блин, а если реально у меня бункер полная фигня, а если у компота лучше? Не-не-не, такого не может быть. Я должен пережить этот цунами, а потом еще и компота победить. Поскорее бы оно закончилось. Держит. Я не понял, что это такое? Почему свет с моей шерсти смывается? Капец, капец, вода просачивается!
ребят, вы это слышите? Вы слышите? Чё-то там фейковый компот разорался. Походу, у кого-то нету бункера. Чей это бункер? Не устал, подождите. А мой чё, тоже сейчас прорвет? Или не прорвет? Хотя, стоп. Стоп, смотрите. Алмазная дверь сдержала воду. Правда, она в очень плохом состоянии. Но цунами, походу, я переживу. Давайте, хотя, не-не-не, лучше не буду открывать. Всё-таки эта дверь компота должна реально держать все, должна реально держать. Ух, ребята, это очень стрёмно. Ладно, сидим тут и ждем, когда цунами закончится. Надеюсь, что все это как можно скорее пройдет. Так, ребят, в общем-то, я тут сижу, наверное, уже где-то минут 40, и вроде цунами утихло. Как вы слышите, больше никаких звуков нету. Давайте посмотрим, что там снаружи у нас. Ну-ка. И да, слушайте, походу цунами больше нет, но вода осталась. Нужно ждать, когда упадет уровень воды. Но, если честно, я ждать не хочу, потому что я поверил в свой бункер. Он устоял, я тут и полежал, и за компьютером посидел. И даже думал себе что-нибудь приготовить. Но пока что, если честно, я не голоден. Я хочу посмотреть, как там дела у нашего, в кавычках, друга фейкового компота. И знаете что, я даже к нему пробую прокопаться и... Слушайте, вроде тут воды нету. Ладно, давайте попробуем прокопаться в его бункер. Посмотрим. Он, по сути, строил его где-то здесь. Вот где-то рядом. Погодите, что-то я не могу найти его бункер. Я не понимаю, его что, смыло, что ли, водой? Или в чем прикол? Или с этой стороны нужно копаться? Тут слишком много гравия. Ну ничего, сейчас расчистим. Значит, он, видимо, не так высоко закопался. И Дарил! О! А, тихо! Черт! Кажется, я уже понял все. Объяснений мне не надо. Ничего показывать мне не надо. Я понял, что его бункер нафиг смыло. Вы это только что видели? Я сломал пару блоков, все, на меня посыпалось. Ну-ка, подождите, мне прям интересно посмотреть, что здесь происходит. Офигеть, все, его бункера, грубо говоря, нету. Все, я хотел чисто на это посмотреть. Теперь я побежал назад к себе, просто назад к себе. Мы будем с вами ждать, пока не закончится эта вся вода, пока уровень не упадет. Блин, так странно выглядит. Я в своем уютном, маленьком, комфортном бункере, согласитесь, он получился намного лучше, чем у фейкового компота. Но оно и логично, потому что фейковый компот всего лишь жалкий фейк. Это всего лишь обычная пародия на меня, и он никогда не станет мной. А я пока что посижу, немножечко отдохну. Знаете, ребята, у нас сегодня волей-неволей получилось такое небольшое противостояние бункеров. Мне больше всего нравится, что мне с ним даже не придется теперь разбираться, он там сам с собой уже разобрался. Ладно, ребята, с вами я прощаюсь, не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи, спасибо всем, пока.